19 сентября. Мотаемся наш. Не знаю, будет через стекло видно, нет? Сильный ветер. Распределитель мне мозги парит. Так. Ну, не очень удобно снимать, значит, сниму дальше обмотку и покажу все. Ладно, смотрите дальше. Я вроде закончил мотать. Половина осталась у меня в рулонике, но я свезу домой. Вот. Это сухой опять получается. Опять говорю, что это не успеваю я и косить, и масить, и все. Сейчас покажу. Один клевер. Блять, вообще красота. Посмотрим, что будет. Сейчас привезу. Еще. Вот так натягивает рукой. Пятая пленка это испанская выдувная, очень хорошая. В этом году даже не смотрел, сколько она стоит, но больше, наверное, 8-9 тысяч точно. Делает он 16 оборотов, 750-й. Два слоя. Бим. Бим, иди сюда. Бим. 16 оборотов. Ну вот он и готов рулон. То есть вот такая вот она получается. Ложится хорошо. Ну, в том году уже был показатель, то есть охрененно. Да, этот. Вот один слой, один не домотал. Вот видно вверх. Опрыскиваем мы, это молочная кислота, 4% раствор. То есть... Опрыскиваем сверху. Почему? Потому что основная плесень идет от проколов сверху. Сверху и начинаются очаги плесени сверху. Делаю, то есть
в магазине продается в аптеке, ветаптеке 40%, там 500 грамм на 5-литровку, вот вам получается 4% раствор. Значит, зимой после этого как раз покажу, что получится, будет сверху плесень или нет, и как будет аромат, и то есть поедаемости будет лучше, не будет лучше. Ладно, смотрите дальше. Вроде бы по обмотке все показал. Так, ну вот мы уже на Куне, в Куновском тракторе ездим, рулоны собираем. Отрулонил я с горем пополам. Нитка — это вообще жесть, короче. Один ножик что-то там у меня не доходит, но это я сейчас будет время отрегулирую. Ну вот сейчас показываю, как я их вожу. Вожу на велак, потому что, ну, во-первых, здесь не очень далеко, во-вторых, оно практически сухое. Ну, я когда мотал, рулонил, говорил об этом. Так что вот так. Езжу я вот так, с граблями. И то, чтобы не перецепляться, не хватает одного трактора, но эту проблему, я думаю, что мы в скором времени решим. Ладно, сейчас подъеду к обмотчику, покажу, как обматываем, что обматываем. Оборот. Вроде как чуть не домотало. И да. Так как-то примерно это происходит. Так, ну вот, сейчас я крайний рулон на сегодняшний день
кидаю и обматываем. А этот ждет меня. Да?